Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Уважаемые слушатели, сегодня по прогнозам гидрометцентра ожидается сильная метель. Температура упадет до минус 20 градусов. Будьте осторожны. Чай потеплее плед, за окном пурга. Герда! И мне не холодно, Герда! Рядом, Герда, внученька! Хватит баловаться! Уже пора накрывать праздничный стол! Ой, прости, бабушка, просто песня классная. Господи, как же ты сейчас похожа на своего отца! Бабушка, ничего, не переживай. Сегодня такой праздник, а это такое счастье. Самым большим счастьем для меня будет, если вовремя вернется наш непослушный мальчишка Кай. Ну, может, он задерживается потому, что готовит нам сюрприз. Он хоть и шалопай, но не такой уж и плохой. Правда? Правда в том, что девушка должна уметь скрывать свои чувства. Конечно, конечно. Каждая порядочная девушка должна быть скромной. Ты знаешь, я чувствую, что сегодня произойдет что-нибудь такое волшебное, что изменит всю мою жизнь. Бабушка, ты видела? Наши розы расцвели. Ведь это, наверное, что-то значит. Представляете? Там такой снегопад! В жизни никогда такого не видел. Но зато елку успел купить. Это все она! Снежная королева! Бабушка Матильда, у вас два высших образования, а вы все еще верите в эти сказки? А если бы кое-кто вовремя ЗНО сдал, то он тоже мог претендовать хотя бы на одно высшее образование. Между прочим, этот кое-кто учится с утра и до вечера. Дети, ну дети, не ссорьтесь! Ведь жизнь и так... Такая сложная. На носу Новый год, и вот к нему готовы едва кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что цены будут чуа-уа-уа. Еще календарь купить, елку нарядить, носки для внуков связать, не замерзать. И еще сварить холодец, а сейчас такие цены на воду, свет и газ. Вопрос извечный, зачем, да почему, я понемногу с ума схожу сама. Я коммуналку одна не потяну, а если жаловаться, то кому? По радио голосок, как электрошок, и воет вьюга с утра и до темна. От хлопьев снежных в глазах словно пелена. Скажите мне, чья же это вина? Я помню, Новый год встречали пироги в духовке, подваренье с чаем, мерили обновки, обновки. Мандарины в вазе, миллион фантазий. Отчего же теперь так грустно? От каких-то плохих предчувствий. Наверное, это очень грустно, когда тебя никто не любит. О чем ты? Да я просто подумала, что мы могли бы, например, пригласить Снежную Королеву за наш стол. Точно! Тогда бы я усадил ее в микроволновку, нажал кнопку быстрого размораживания, и мы бы посмотрели, как таяло ее Снежное Величество. Да я просто уверен, что она не Снежная Королева. А кто? Обычная снежная баба! Негодный мальчишка, я покажу тебе снежную бабу.
отсюда! Нашлась сестра милосердия! О, вот и мать Тереза явилась! А что случилось? А что случилось? Ваша неуклюжая внучка открыла окно, и осколок льда попал мне в глаз! Кай, ну что же ты такое говоришь? Кай, куда же ты? Праздничный гусь остывает! Да вы, наверное, хотите, чтобы вместо этого гуся остыл я на этом сквозняке! Ноги моей здесь больше не будет! С Новым годом! Кай, постой! Герда, внученька, куда же он? Ух ты! Классная тачка! А телек есть? А какой объем движка? Ой, небось, новье! Нравится? Садись. Правда? Крутяк! Жаль, никто из знакомых меня сейчас не видит. Вот бы лопнули от зависти! Сейчас тебе станет жарко, как в той печи, в которую ты собирался меня усадить. А вы кто? Я та, которую ты назвал снежной бабой. Во дворец. Тебя.
обручальная не финалистка 58-го сезона «Битвы экстрасенсов»? Одну секундочку, сейчас, так. Выхожу из астрала. Наконец пошла клиентура. Будем знакомы. Финалистка 53-го сезона, потомственная гадалка, экскурсовод в астрал, королева карт Таро и ясновидящая Ксения. Ну, здравствуй, милая девочка. Посмотрим, расскажем, поможем. Ну, давай, рассказывай. Меня зовут Герда, и я ищу Кая. Сейчас все, стоп, ни слова больше. Сейчас я посмотрю, ты мне ничего не говорила. Я сейчас все скажу сама. Так, ты у нас беленькая. Черва-козырь, это не я, все карты. Это карты, они не врут. Нет, так. Значит так, смотри сюда. Ситуация такая. Ты, Герда, ты ищешь Кая. Сильнейший приворот на ледяном яйце, пелена в глазах. Ой, все же, вот что все вижу, это не я, карты, не я, боже упаси, нет. Что же мне делать? Вы мне посоветуйте. Ну, что делать? Наслать порчу. Как? Так, клади руки на шар. Держи волшебный нож. Тьфу. Деньги есть? Денег нет, но есть спички. Спички? Милая Герда, вот скажу я тебе только, за спички, милая моя, ты Каю порчу не снимешь. Гибнет человек, сохнет. Да нет, он же вообще-то хороший. Ой, он хороший, все хорошие. Просто с ним что-то случилось. Я не могу его найти. Я все готова отдать. О, вот настоящий деловой коммерческий разговор пошел. Но у меня же ничего нет. Как ничего нет? Совсем ничего? А хотите мою шубу? Вот шубка. Это шуба? Да. А кто тебе сказал, что это шубка? Бабушка. Да, бабушка. Ох уж эти бабушки. Что мне теперь делать? Что мне делать, что делать? Ну, я не знаю, что. Ну, продай квартиру. Вы что, никогда не любили? Что? Ты что, задеть за живое меня хочешь? Ты что хочешь сказать, что у ясновидящей железное сердце? Нет. Людей ненавидящей. То ли дело я, правду говоря, наколдую чувства, не тая. Вижу, любишь ты все о нем мечты, хоть уверяла ты, что вы друзья. Сгорая от волнения, беги в страну оленя. Северным сиянием ночей я нежно накажу тебя, я просто покажу тебе, что северные детки горячей. Ладно, помогу. Есть у меня одна подруга, ну, как подруга, фея цветов. Сама придумала, сама поверила. Вот только она тебе и поможет. Иди к ней, она тут рядом живет. Иди. Стой, от меня тебе маленький сюрприз волшебный. Пошли со мной, милая девочка. Вот, держи, это волшебный хрустальный колобок. Держи, он принесет тебе счастье. Спасибо, я вам позвоню. Так, все. Нужно идти в астрал. Ну и денек.
цветов. Закрыто. Нет, я ее подожду. Она обязательно придет и мне поможет. Боже мой, она же совершенно замерзла. Одна, ночью, да в такой мороз. Не сиди на снегу. И куда твоя мама смотрит? Подойди ко мне. А вы фея? Фея цветов? Я вас ждала. Фея, фея, я всегда говорю, нельзя оставлять детей одних. Присаживайся, милочка, присаживайся, а я приготовлю чай. Ты любишь осминовый? Терпеть не могу. К тому же я очень спешу, я должна найти Кая. Вначале чай, потом Кай. Выпей цветочного чая, отогрейся, никуда твой парень не денется. К такой красавице он обязательно вернется. А кофе у вас есть? Кофе вреден для цвета лица. Правда, ты еще слишком молода, чтобы думать об этом. Она так мила, девочка определенно должна остаться здесь. Мне ведь так нужна помощница. А ты влюблена в него? Еще чего! Я ищу его для того, чтобы он извинился перед нашей бабушкой. Она приняла его как родного. А что получила взамен? Из доброго мальчика, который так любил наши розы, вырос какой-то фикус. Точнее сказать, кактус. Как я могу такого любить? Хотя, может быть, немножко раньше, когда он еще не был таким грубым и бездушным. Все ясно. Можешь дальше не продолжать. О, я знаю, что такое любовь. Когда-то сама была влюблена в одного садовника. Так вы поможете мне найти Кая? Как тебя зовут, деточка? Герда. Герда. О, красивое имя. Пожалуй, я так назову свой новый сорт хризантем. Так вот, милая Герда, с нами, женщинами, в жизни так случается всегда. Мужчина, как зернышко в ладони, ты опускаешь его в плодородную почву любви, удобряешь, опыляешь, окучиваешь, орошаешь, а в результате из зернышка вырастает всего-навсего неблагодарный дикий сорняк. Твой чай уже остыл. И всегда вырастает сорняк? Поверь мне, как профессиональному садоводу. Бррр, я уже совсем запуталась. Не мудрено. Это тоже одно из свойств мужчин – основательно запутать нам голову. Ну, что же тогда делать? Вдохни удивительный аромат белой лилии. Это поможет забыть тебе все невзгоды. Как здесь красиво. Где мы? Я знала, что тебе здесь понравится. И ты можешь остаться здесь навсегда. Я бы с радостью осталась здесь с вами, но я должна найти Кая. К моему сожалению, я не знаю, чем могу тебе помочь. Но я уверена, что ты обязательно его найдешь. Перед тем, как ты уйдешь, не могла бы оценить мой новый номер? Мне ведь скоро выступать в одном телешоу. Да, конечно, давайте. Моря, давным-давно прошло все это. Я горишь огнем любви, а он как лед. И вот его игра, меньше слов, больше дела. Любовь отдашь, мысли и нежность ему. Без слов любви не найду душу. Я болит, ой, как болит, и кровь кипит. А он спокойно спит, меньше слов, больше дела. Поплакала и вновь фиалка расцвела в саду волшебном тайными знаками. И глядя на цветы, тогда и поняла, что надо делать нам, чтоб не плакали. Поплакала и стоп, запомни, Герда, ты не открывай сердец никому из них. А лучше полюби красивые цветы, и вечно будешь счастлива с ними ты.
Проходи, дружок. Чувствуй себя как дома. Я не прочь с дороги перекусить. Верните меня обратно! Видишь, ты делаешь успехи. Не тебе пожалуйста, не будьте добры. Что вы со мной хотите сделать? Съесть! Ты же слышал, я проголодалась. Чего изволите, ваше ледяное величество? Пельмени мороженые, рыба свежемороженая, просто мороженое. Крабовые палочки мороженое, хрустящие. Угощайся, сладкоежка. Ну, считай калории. Вот сами и считайте! Вам это больше грозит. Ах ты мерзкий мальчишка! Уберите все. О, это ваши консервы? Это моя маленькая коллекция. Фея цветов, но она не знает, где мне искать Кая. Что мне теперь делать? Вот карты мне сказали, что у меня будут сильные хлопоты. Ладно, только ради тебя. Выхожу в астрал. Вижу. Очень плохо вижу. Так, вижу зеленое, толстое, длинное и колючее. Идти нужно, Герда, через лес. Ну, значит, пойду прямо через лес. Спасибо вам. Как мне это понять? Чем боль унять, плачет душа горьким ядом в сердце, словно ножи. Как дальше жить, больше тебя нету рядом. Я понял, мир это чуждый мне, в мечтах лечу я к тебе. Я вижу розы в твоем окне, о, как не разглядеть. Понял, а тебя вдали всю пустоту миров, мысли о тебе одной заполнят. Я надеюсь, берегли мы в памяти любовь.
загрустил? Хочешь мерзлых апельсинов? Хочешь жареных пингвинов? Хочешь, я убью соседей, белых плюшевых медведей? Я хочу вспомнить, кто я. Мой пингвинчик, это уже не важно. Хватит, вы мне все расскажете. Или что? Ты посадишь меня в печь? Да у тебя действительно температура. Думаю, ноль. Нет, плюс 5, у тебя жар. Я совершенно здоров. И перестаньте играть со мной в больницу. Что ж, не хочешь в больницу? Тогда мы скоро сыграем свадьбу. Свадьбу? Не переживай. Я сделаю тебя снежным королем безболезненно. И ничто не сможет нас разлучить. Я скоро вернусь. Мне нужно подготовиться к празднику. А ты не скучай и не надо грызть сосульки. От них болит горло. Внимание! По лесной дороге идет богатая девуля. Действуем по плану. Ну быстрее! Шевелитесь! Или вам нужно напомнить? Быстро! Отлично, все супер, все нормально. Все ура-ура, все оле-оле, все демократично, все супер актуально. Все шайбы в сетке, все шары по лужам, все фишки в дамках, все деньги в банках. Пойдет серьезная команда, потому что мы банда. Мы банда. Потому что мы банда. Мы банда. Все равно мы вас обманем. Все равно мы вас погубим. Все равно мы вас ограбим. Все равно нам сострадание не дано. Мы банда. Все равно будет богатств полным-полно. Мы пираты, мы разбойники, мы бандиты. Лучше вам с нами не встречаться. Если в сердце дверь закрыта, если в сердце дверь закрыта, если в сердце дверь закрыта, нужно в голову стучаться. Что вы делаете? Что такое? Что происходит? Я же опаздываю. Стойте, братва. Принцесса. Настоящая принцесса. Вот это да. Таких гостей у нас еще не было. Ой, да никакая я не принцесса, ребята. Я очень спешу. Говори, что не принцесса, а у самой даже время драгоценное. Лучше скажите, куда поехал белый лимузин? Она ищет белый лимузин? Я же говорила, принцесса! И нечего нас обманывать. Мы хоть и разбойники, но мы же честные. Так, если вы меня сейчас же не отпустите... Ну и чего? Что ты делать-то будешь? Тогда я вас как тресну вот этим. А шухер у нее бомба! А ты действительно на принцессу не похожа. Она больше похожа на нас. А ну снимай свой распуфуренный наряд и оденься уже поприличнее. У нас как раз есть комплект спецодежды для тебя. Быстрее, я говорю, да ну быстрее. Мы команда, что надо. Мне кайфа рад.
где девчонка? Мы отдали ей лучший комплект одежды, а она сбежала, проказница. Вот мама всегда говорила: хочешь как лучше, получается как всегда. Господи, ты как бешеная. Герда, успокойся, что случилось? Уже полночь скоро, а я все никак не могу найти Кая. Я не знаю, где тут этот дворец. Успокойся. Надо держать себя в руках всегда. Так, встань ко мне задом, к лесу передом. Лучше повернись, так интереснее будет. О, вижу. Вижу. О, плохо вижу. Вижу зеленая толстая медведя и лисица в капкане. Надо тебе идти, Герда, на север. Спасибо. 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 Я тебе другого Герда не ожидала. Какая прелестная отмороженная парочка. Я давно не видела более леденящего зрелища. Поздравляю. Ты без пяти минут снежный король, мой пингвинчик. Я безумно этому рад, моя королева. Ты навсегда забудешь мирские страсти. Твое сердце превратится в идеальный кристалл льда и будет принадлежать только мне. И тогда, наконец, я остановлю время. Жалкие людишки навсегда забудут, что такое солнце, счастье и любовь. Правильно, так им и надо. Любовь никогда хорошему не приведет. Включайте северное сияние! Снежное величество, ваше отмороженное высочество, властью, данной мне матушкой полярной звездою, объявляю вас, есть ли в этом зале те, кто против, то скажите сейчас, либо замолчите навеки. Властью, данной мне матушкой полярной ночью, объявляю вас! Нет, остановитесь! Кай, милый Кай,
Наконец-то я тебя нашла. Глупая девчонка. Ты думаешь победить Снежную Королеву? Держите ее! Снежная Королева, ну отпустите Кая, я вас очень прошу. Ни за что, наивная девчонка. Тебе поможет только чудо. Милый Кай, я наконец нашла тебя, а помочь не могу. Не у кого мне взять настоящего чуда. Как это некому? Ведь скоро Новый год, самый добрый праздник на свете. А твое маленькое сердце настолько наполнено добром, что способно победить любое зло. Никто не забыл твою доброту, и мы все тебе поможем. Правда, ребята? Да! Тогда повторяйте за мной. От севера до юга расступись вьюга. Все как один, мы королеву победим. От севера до юга расступись вьюга. Все как один, мы королеву победим. О нет! Прекратите, дети! Замолчите! Ребята, давайте все вместе. От севера до юга расступись вьюга. Все как один, мы королеву победим. Герда, где мы? Что случилось? Да уже все в порядке. Я успела. Что ты успела? Я успела сказать, как ты мне дорог. И ты мне очень дорога, милая Герда. Счастливых лиц.
шапки и шарфы, яркие шары, праздник аккурат. Я тебе пошлю все свое тепло на шестой этаж. Дети и родители, доброе сердце и любовь может победить все напасти. Никакое зло не станет ему на пути. А я за вами наблюдал целый год и знаю обо всех ваших добрых делах. Поэтому приглашаю всех к новогодней елочке!